На конкурс дети читают стихи. Васильева Настя, 11 лет, школы номер 56, города Кирова, стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Памятник». Я памятник воздвиг себе нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Возвысься выше, он главой непокоренный Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет и тленье убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один бит. Слух обо мне пойдет по всей Руси великой, и назовет меня всей сущий в ней язык. И добрый друг славян, и фин, и ныне дикой, тунгуст и добрый друг калмык. И буду тем любезен я народу, что чувство доброе я лирой пробуждал, и что в жестокий век сославил я свободу и милость к падшим призывал. Веленье Божие, о, муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалю и клевету, приемля равнодушие и не осваивай глупца.